случае 4 участника. Тамак, Тамак, вышел хорошо вперед. Тамак на первой позиции, на второй позиции Фейкин Даймонд, Куманя на третьей позиции. Верно на четвертой позиции. Тамак впереди, Фейкин Даймонд уже рядом, Куманя на третьей позиции. Верно на четвертой позиции. Давайте поддержим участников приза по случае. Первый поворот, первый уклон. Фейдин Даймонд вместе с Тамаком входит в поворот. Куманя на третьей позиции, на четвертой позиции верный. Фейдин Даймонд впереди голова, Тамак на второй позиции. Куманя на третьей позиции, остается видеоскачки, 7 корпусов. На четвертой позиции верный. Перемещаемся к видеоскачке, это у нас Тамак и Фейдин Даймонд. 1500 метров до финиша. Куманя на третьей позиции, на четвертой позиции верный. Растянулись 14 корпусов. Тамак вместе с Фейдин Даймонсом. Гоу-гоу веду скачку. Куманя на третьей позиции. На четвертой позиции верные. 4 участника. Седьмой скачки приз Паскучи. Выходит вперед Фейдин Даймонс. Шепня. Тамак на второй позиции. Подтягивается хорошо Куманя. С этого скачки всего 2-3 корпуса. Верно подтягивается также здорово. 1000 метров до финиша. Тамак на четвертой позиции. Куманя вышел вперед. Два корпуса. Куманя впереди. Верно на второй позиции. На третьей позиции Фейдин Даймонд. На четвертой позиции Тамак. От самого скачки. 15 корпусов. 500 метров до финиша. И Куманя первый выходит на финиш. Стоп внутренней пробки. Куманя впереди. Фейдин Даймонд сделает бросок. Верный Бужелятов на третьей позиции. На четвертой позиции Тамак. На первой позиции идет Куманя, Куманя впереди, Фейдин Даймонд на второй позиции, это берет 4 корпуса, на третьей позиции верный, последний, 100 метров, Куманя впереди, Куманя, впереди 3 корпуса, Фейдин Даймонд, Куманя первый пересекает финишный стол, Фейдин Даймонд верный, Тамак. Уважаемые гости зрителя Матинского ипподрома, мы начинаем процедуру награждения победителя 7-й скачки. Приз кофейни Паскучи, группа 3 для лошадей старшего возраста, дистанция 2400 метров. Первым финишному столбу подошел по третьим номерам Куманя. Куманя. Первый пересекает финишный столб. Куманя принадлежит частному конгрессу Аксакову Канату. От Лема Дропита и Perfect For You. Тренер Коробейников Петр Жакей Кусаинов видит. Время Кумании составило 2 минуты 35 секунд. Ровно это сегодня лучшее время на отметке 2400 метров показал Куманя. Приключает руководитель кафе Паскучи Бапаева Самал. Мы приглашаем для награждения руководителя кафе Паскучи Бапаева Самал. Для награждения победителю Куманию, приз, который выигрывает сегодня приз кафе Паскучи, сегодня выступил спонсором гладкой скачки. И сегодня Куманию выигрывает эту скачку. Давайте поприветствуем победителя приза Паскучи Куманию. Хотел бы сказать, что в прошлом году Куманя был признан лучшей лошадью Казахстана сезона 2016. Куманя выиграл приз президента Республики Казахстан сезона 2016. И в этом году он также примет участие в призе президента Республики Казахстан, который у нас пройдет 17 сентября 2017 года.